Итак, после небольшого перекура мы вернулись. И на этот раз у нас не Марио, никакое не Марио. Может быть, к счастью, может быть, к сожалению, но мы будем сейчас играть за дракона, за того ужасного и злобного, который на самом деле не такой уж и злобный в этом хаке, за браузера. Ну, в общем, я уж не знаю, за Хром или за Мазилу, ну, в общем, за дракона. Условия те же самые, игроки те же самые. Все те же фичи, все тот же хак, все те же глюки. Но это тоже хак, который я показывал когда-то, когда мы оценивали хак. Но вот в такой интерпретации вы увидите его первый раз и только на ромхаке. Готовы? Конечно. Готовы. Приступаем. Приступаем. Вот у нас такой вот интересный хак. Ну что, юзер, погнали? Да. Ва. Побежали. Ну, графончик так другой, да? Да. Ну, графончик такой мертвенький, в смысле живенький. Ой-ой-ой. Так, у нас Диман Димедролов, Наквас, Rocket Soul Nice, Тедди, Shell, User. Так, кто у нас живой в чате, пишите. Все изменено, главное. Спрайты даже изменены интересным образом. Knuckles помнит этот хак. Очень интересно. Проходил что-то? Так его. А, по сравнению с предыдущим. Ну вот мы выбирали из двух хаков, какой лучше сыграть. Он играбельный или чё? Чё там говорят? Да, был стрим. Так я и тот хак тоже стримил. Я оба хака, повторюсь, показывал. Но то, что... Да. Ничего себе. Чтобы прохождение... Прохождения не было. Просто такой небольшой обзор. Отлично. Да разбивай ты стену-то, блин. О, взял, уменьшился. Тот на стриме был фигня, этот оригинален. Да, понятно. Этот со своим... Марио изменили. С Ромхак Эдишн, так сказать. То здесь все то же самое добавлено. Трубы более грязные. Ага, не хочет. Крабики, а это, видать, голова. А она вот там не... ты можешь залезть обычным, вот маленьким залезть, а потом вырасти. Залезь, где монета, и там вырасти. Селект, селект, селект. И прыгни, прыгай. Зелест, блин, ну вообще. Опять уменьшайся. Залезай, увеличивайся и прыгай. Во, все. Одни читеры, а? А если там тупик лепится? Нет, там тупика. Это прикольные растения. А туда большим нельзя запрыгнуть? Платформа с шипами. Что, убьет меня? Все там нормально. Помню, в одном хаке нужно было искать потайные места в стенах, и я их заменил на блоки на прозрачные. Да, было дело. Это был хак Марио Камикадзе. Марио Камикадзе. Ну там просто мне по ходу пришлось доставать тайловый редактор и заменять, чтобы визуально можно было отличить. Хотя можно было и так отличить, потому что там картинка была повернута на 90 градусов. Можно было и так догадаться. Просто я решил блеснуть, так сказать. Knuckles пишет, жалко больше нет обзоров хаков. Было довольно интересно. Knuckles, где бы их найти, столько хороших хаков, чтобы их обозревать? Так, падает, да, помню? Ага.
Блин, что с пружиной, блин, дурацкий. Не снимает что именно? Глупый враг. Вообще, что вы имеете в виду? О! Чуть такое. Медуза. По-моему. Медуза, ну. Медуза. Медуза! Ай, твою мать! Зажмонали руки-то. Ну все же, конец же справа. Почти. Ну, Рокет обрезанный. Красавец просто. Я положу джойстик, буду пить чай и смотреть Рокет играть. Ты возьмешь, сольется и все. Да ну! Ух ты, вот это яйки. Замки его конек вообще. Замки он тащит. Блин, вы видели когда-нибудь голубую трубу? Еще есть как. Не, ну она какая-то даже в тон канализации сделана. О, ну это бред вообще, на трубе. Нормально. А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? А ты в прыжке вырасти и поверху пойди. Ой, чё за хрень? Чё это за сперматозоиды? Догадайся. Ой! Всего лишь один. Ну да, давай, вот и идеально. Всё, ну юзер. Ты вообще, блин, я только... А ты ничем не отличаешься. Причем да, Луиджи по цвету практически такой же, как и... Марио. Давай, бери, все бери. Ну, здесь он называется Коопа. Юзер играет за Коопу. Купа. Купа трупа. За Купу, да. Так, ну-ка, куда нельзя гадить? Канализационные трубы больше. Прям между ног. Самое обидное. Такие все. Грязные все. Куда? Куда? Не, ну вот эти сперматозоиды, это жесть, конечно. Это жесть. А Рокета зовут в этом хаке Скоро. Счет? Кто? Скоро. Это счет. Счет липецком вверху. Цифры. Счет же. Это так герои... Количество набранных очков. Это герои Рокета так зовут. Не обманывай. Это счет. Вот цифры внизу, которые... Это Рокет. Нет. А у тебя ник Купа. Ник? А не обманул. Да блин, опять эти. Блин, как там прыгнуть так, чтобы это... Не знаю, как так прыгнуть можно. И плюй в колодец. Давай, уроки. Папай моряк, блин. Что это за тварь? Что это за папай моряк вообще? Или это этот, Бармалей, я не знаю. Что это такое? Хрень какая-то вообще. И Медрол пишет, что это Марио. Кинг Баузер! Марио из серии Портми. Это Варио. Варио. Чит за хрень-то пока. А попробуй пошукать. Ну, как будто бы. Да. Даже лип. Дайте мне грибов. Похоже на лип. Ай! Блин, да не дают грибов не взять. Так ты и пробей хоть. Ты знал, что он здесь, что ли? Откуда? Нет. Ты играл в этот хак. Да ну на. Все, больше ничего нет. Наверное, Рокет играл во всех эти, которые ты показывал. Марио. Все 150 штук. Так, ну там, наверное, там будет. Хотя я показывал всего лишь 20. Ну не 20, больше. 40, 40. Да, 40, да, два раза там. Или за сколько? За 4 раза, если по 10 хаков, то 40. Ну да, ну да. Плюс 2 там, как бонус, 42. Это голова Санта-Клауса, что ли? Кто там ходит, я не пойму. Помощник Санта-Клауса. И она мне мешает запрыгнуть. Ты снизу с разбегу просто запрыгни. Лучше сдохни, Рокет. Да, не мучайся. Правильно, неправильно. Ну давай, юзер, ты чай-то налил себе? Бля. Привет, Алекс. Башка заводная. Ближайшие стримы Дюны, когда у нас Алекс компанию полноценную сделает. Не, ну крабы это жесть какая. Причем так синхронно двигаются.
Не забыл где? Не, да. Смотри, эта рожа может другую степь поехать. Так, вон там еще проверь, где я не проверял. Нет. Его нету. Я говорю, когда Алекс делает полноценную кампанию. Тихо. Да здесь нет ничего, значит. Тихо. Там опять эта безмолвная башка. Башка заводная. Вот когда он сделает полноценную кампанию, Алекс, то будут стримы, не знаю, там, семи изумрудов, например. Не, ну тут и вообще тоже интересный хак. Тут все переделано, все перерисовано. Да уровень 2-1, походи еще, Рокет. Мужайся. Так, вообще-то сейчас юзер играет, то бишь Коопа. Купа! Какая Купа? Какая собака! Мыши! Я хотел... Я хотел, пока моргает. Маусер. В миниатюре. Иди нафиг. Алекс пишет, можно же твою компанию за фрименов проходить. Потом есть новый однакол за 7 изумов. Какой за фрименов? Это который я начинал, что ли? Ну ее нафиг. Там вообще, блин, беспредел полный с баблом. Ну так вот, Алекс, ты сделаешь свою компанию, мы будем стримить 7 изумрудов. Какие проблемы? Это, Кнюцклис, ты добавь лучше Соника в свою компанию изумрудов. Вместо этого, вместо ментата, что ли? Ну, вместо ментата хотя бы. Ты иди делай. Там же Тайвер говорил, можно изменить. Три миссии за Майдан? Нет, нам интересно полноценные кампании, а не отдельные миссии. Полноценная кампания, напомню, это 9 миссий одного дома. То, что меньше, это уже неинтересно просто. Блин, убейся ты. Ага, вот здесь что было. Ну попади же ты. Ну вы хитрый Рокет. А чё хитрый? Видишь, какая хитрость. А чё ты не уменьшаешь? Зато красный. Эй, уменьшился. Уменьшись уже наверняка уж тогда. Видишь, какие комбо сделал. Уменьшись. Осторожно, там прыжки его. Блин. Ну это жесть. Вот здесь жестяно сделано. Это гуси. Графика ничего, а вот остальное жесть. Во как ему тесно на этом блоке бедному. Алекс пишет, у меня были мысли что-нибудь про Украину замутить, но решил не политизировать эволюционно-хакерское сообщество. А вот, кстати, если вы помните хак Сардукаров, да и Фрименов, то там есть подтекст. Вода, да? О, ну крабики, хоть подходят. Медуза, да, по-моему? Каргона. Алекс, я по этой же причине зашел на сайт этого Чумачера, что ли. Что-то почитал у него там в заголовке написано и сразу закрыл. Чумахер? Ага. Акулки? Ой, урод. Нет, ну шутить на эту тему, конечно, не стоит, если вот в таком формате. А если сделать... Почем? Про Украину, что ли? Да. Не надо. Это суровая, суровая реальность. Не надо шутить на эту тему. Просто есть некоторые аспекты, которые актуальны, на которых, может быть, стоит внимание заострить. Здесь Украина это просто как проявление этих аспектов. Надо же, я прошел этот бред. То есть Украина это только звено в цепи. И опять скор. Ну это видать из-за хака. О. А, акулы. Какие-то обезьяны летающие. Нет, видимо, это акулы, вон. Видимо... Скелеты акул. Ёперный. Это голова лепится с этим. Дайте мне... Болтающейся этой... Не знаю, как его назвать. Дайте мне короче, вы не читали «Волшебник изумрудного города».
я читал. Да, это не летучие давно. Обезьяны, это акулы, видно же, что. По-моему, голова акулы, а может и не акулы. Посмотрите. Акула, это акула. Это стрелка, повернутая вверх. Нет, причем это голова, скелет акулы. Скелет акулы летающий. Ну да, я тоже так думаю. Похоже, по крайней мере. Ну или там, я не знаю, может, со собаки. Хрен нет, так. Акулы. Ну, треугольный. Потому что треугольный, ну да. Типа рыба летающая. Конечно. Так, кстати, как же без этого? Так, кстати, ребят, я наконец-то нашел свою компанию. Последняя миссия, это, конечно, пипец. Блин, я даже не знаю, каким словом описать. Миссии во всех смыслах. На грани. Причем скрипты действуют как-то непредсказуемо. В одну из попыток враг высадил такой десант, что я даже скриншот сделал, хоть и играл на PSP. Там тупо весь экран засыпан ракетницами врага, разносящими базу союзника. Причем заметьте, по-моему, я делал на, как я уже не помню, на 51-й Б, по-моему, сборке. Ну да, или 52. Ты мне бросал, но я как-то что-то не... Да. Попробуй. Так вот, там десант стандартный, то есть максимум 16. А в последних сборках там десант увеличен до 55 единиц. То есть, вот... Ай, твою мать! То есть я еще изменил, ну как бы были претензии. Алекс, ты-то какую проходил? Блин, разумеется, он оригинал проходил. 50-ю? 9. Ребят, а ты не знаешь, откуда здесь веревки взялись, Марио? Да откуда? Растения же. Нет. Я имею в виду, это, ты проходил 50 эту ревизию, 52-ю или на 74-ю? А какую же еще, если не выкладывал больше никакую? Нет. Сам подумай. Не, ну вот, а то что я проходил недавно? Так я и не выкладывал, это тестовая версия. А, кого нету? Все нету, поздно. Это просто как... Это может быть когда-то, а это вот уже есть. Разумеется, 51-го. Алекс пишет, все равно миссия классная, было круто. Но проходил я ее долго. Из-за того, что сложно было, просто база врага очень большая, массивная атака. Ну там просто десант в начале, а потом там чисто механический выкос баз. И как бы вот, претензии из-за этого. И короче, я что сделал? Я десант, так как появился... дополнительный десант 55, то я сделал еще десант в этой компании, так что десанта в этой компании стало больше. То есть не только он в начале, но и спустя некоторое вот здесь, время. Вот здесь не забудь. И я использовал. Да! Ну что он задом-то, урод, а? Не урод, поленился и использовал весь десант 55. Абсолютно весь. Но он через сколько будет нападать? Не сразу? Ну там тот, который нападал, он так и будет нападать. Плюс к этому еще через некоторое время будет нападать еще там. Угу. И что там случилось? Не глюкнулось? А ты твою мать? Я не тестил. И юзер тоже. Сложно, блин. Платформы быстро забирают. Ты понимаешь, Рокет, там наверху веревки, которые мешают. Он за них зацепился. Я вот за них не хотел цепляться. Я вообще нахрен прыгнуть и все, они мешают там. Ну, фримены на 74-й сборке они и так в желтом цвете. Но есть побочные эффекты. Что ты? Если, может быть, ну, Димедрол, наверное, не видел предыдущий стрим, когда юзер тестил миссии за фрименов на новой сборке 74-й. И там фактически появляются юниты того же желтого цвета, то есть они против тебя, но они за дом Харконненов. То есть красное тоже заменяется на желтое. То есть это побочный эффект. То есть выход какой? Харконненов на какой-либо другой дом надо менять, что-то надо думать. То есть тоже есть... Может быть здесь повезет, ну да. Свой недочет. То есть решения нету вот в плане цвета такого. Ой, уродство, идеального. Блин. Если они желтые, то Харконнены тоже желтые. Если они синие, то и Атрейдесы тоже синие. То есть здесь ушел. Выбор между хреном и редькой, по сути. Варил, блин.
Bowser, Mario, it's Harry. Don't hurt me. Опа. Пушки. Пушки такие. Чё не... Стреляет укуренными ракетами. Ну что значит новую палитру фрименов отрубить? Тут два варианта. Либо оставить желтую, либо оставить синюю со всеми последствиями. Но то, что уникальную палитру такого не сделать. Да ты смотри. Да ты беги просто. По ним же не надо как бы прыгать. Он через одну хорошо идет. Молодец, прыгает. Прям в молоко. Молоко. В компот. Рокет меня куда тут играть заставляет вообще. Ой. Вот как-то все злое такое. И архаичное сделано. Алекс, а за Сардукаров ты не пробовал сыграть? В моей миссии. Да что ты, надо было с разбегу. Там Рокет, смотри, прыгаешь с разбега и просто бежишь вправо. То есть не надо прыгать через каждую эту. Он пробежит по ним. Ну вот, ладно. Вот не видно, слишком все сливается. Ну и время здесь побольше, по-моему. С мышью надо что-то делать, там же мышь. Ну мышь, да, пипец просто. Нахрен сюда мышь? Да что ты не попал? По-моему, мышь из SMD3 вообще. Или, погоди, какая там? SMD2. Не, из SMD2 как раз. Я их путаю. Она первым боссом была. И звали ее, по-моему, Маузер. Такая маленькая босс? И она была больше этой мыши. Где скачать? В смысле, где скачать? Где скачать с Сардукаром? В моей подписи есть как с Сардукаром. Можно заменить Харконна на Сардукаров, но это надо тестить. Надо тестить. То есть, ну там может так получиться, что нарушится сюжетная линия. Да а что, не зря бежать. Не хотел. Так он летал поверху у тебя, а у меня почему-то понизу. Да еб... Идеально. Идеально, но в меру. На Липецке там какой-то похлёб возводит. Ну да, там либо Сардукар, либо Харконнены. Но факт тот, что там грузится желтый цвет. Не, ну вот эта мышь тут, это вообще, конечно, это жесть полная. Может, где-то гриб есть здесь, потайной. Волки тут вот здесь. Здесь есть что-нибудь? Вот! Я так и думал. Да и урод! Ага, обманул. Ушел. Там ебут. Ну все, гриб есть, все. Грибок. Давай, успей. Опа. Идеально, почти. Даже загнался. Копа рулит. Да и, блин, вот видишь, он поверху летает. А, нет, вот сейчас не надо. Мне этого не говорить. Виноват Липецк. Конечно, виноват. Виноват Липецк. Так, ну все потеряно тогда. Раз есть. Ну такое. Да, раз грибок. Блин, вот откуда этот дракон, мне интересно. Да пою. Какой дракон? Ну, дракон, за которого вы играете, он с какой-то игры, наверное. Так из Марио же. Из самого. Это босс есть. Часть. Так, ты гриб-то возьми. Ой, блин, я забыл его руки. Это какой часть спрайт? Из этой, из первой, подожди. Да ну нафиг из первой. Такой был в третьей части. А в первой части он тоже есть, но другой немного. Да что ты? Это вон она, заводная башка, да ваш. Может, не с пушки надо, а меня с более бесит такого. Эти... Да, утешься чайком. Да. Пускай Рокет проходит. Да я чё, много пройду, что ли?
Да вот твою жизнь заработал. Гадкая мышает. Идеально. И башка прибила. Может, здесь где-нибудь еще грибок есть? В смысле, цветочек? Давай-давай, бери-бери! Бери-бери-бери-бери! Вообще-то, Димон, диверсанты ордосов не черные. Ой, димедрол. Тут нет больше ничего. Это бетон. Так, давай! Давай! Давай, и на него прям прыгай. А, диверсант, по-моему, как раз палитру сардукаров использует. Ну тут жесток, конечно. Жесток это сохранить, блин, его. Да вот как... Из-за вот этой хрени. Давай, лети! Придурок. О, вот я упал. Наклз пишет, Фрименов может каким угодно цветом сделать, хоть розовым. Да, но розовым тогда закрасить сардукары, которые будут на этой карте. То есть только... Только цвет менять не вариант. Чё? Зачем? Да и... Вот. И либо растение, либо это. Либо вож. Вот так надо, короче. Чего, как подпрыгнет? Ты как ударит? Вот, блин, да ты как пугаешься и промахнешься. Опять здесь эти ужасные прыжки. Еще растение там. Далекие прыжки. Ну, задумка такая... Задумка там, да. Прям вот так, гриб. Ну, я не знаю, как спустить этого дурака. О. Ну, не знаю, в моем понятии диверсант черный это черный. А никак не сиреневый или оттенки там другие сиреневого цвета. Так, ну давай. С разбегу только. Ну где этот дурак? А? Вот. До него не допрыгну я разве? Хотя если допрыгну, допрыгнешь. Не давай. Идеально встал. О! Жди этого дурака и прибей его. Че он не это? Прибей давай, пока он не бегает. Прибей его. Все. Ох, ой, убийцы какие-то. Да какого? Вы че меня? Я человек мирный. Я человек мирный. Убей их всех. Всех убей. Растопчи, расстреляй. Объяснил, типа, фейл. Я человек мирный, говорю. Не, ну вы такие кровожадные. Убей его! Убей! Кровожадный наш. Он мне больше напоминает дракошу. Из... сериала 90-х, что на РТР когда-то шел. Дракоша. Отлично. Он еще пасту, по-моему, рекламировал. Нет, это зубастик был. А это дракоша. Дракоша. Да, по-моему, он... и он тоже пасту рекламировал. Твою мать. Не знаю. Может быть. Ну, конечно. Ну, сейчас смеем. Мышь прибьет и все. Прибьет. Еще один утопический уровень. Так, 3-1. Что-то вы на 3-1 застряли. В прошлый раз вы застряли на 4-2, по-моему. Просто фантазия, смотрю, тут у авторов разыгралась, и они решили. Разыгрался аппетит. Не тормози. А здесь мы напихнем вот пушек до хренушек. Здесь, пожалуй, наверное, пропасти. Так, чтобы не допрыгнуть. Разгон почему-то не сработал. Здесь фиговину. Ну, видимо, я рано прыжок нажал. Может быть. Дальше пушек, еще пушек. Пушек побольше, побольше пушек. Пушек. Пускай будет пушечный уровень.
О, как идеально. Ты главное не торопись. Пускай говорят, что я жадина, но я... Тае... Пусть говорят, это к Малахову тебя. Опять он не допрыгал. Капец, не делайте таких уровней. Помни об этом уроке, когда будешь делать следующий хак Чип и Дейла. Ну, в Чип и Дейле хоть управление нормальное липит. В Чип и Дейле там разогнаться нельзя. Да. Там такого не получится. Там нет но, такой... но и ямы там поэтому больше. Да что ты критическая хреновина. Не идеально. Дурак. Да эти все тут на каждом шагу, я не знаю, опасность. Да жесть. А здесь вот пушек напихнем две, чтобы было так сложно, блин. А здесь давайте вот так сделаем, вот эту херню. Молодец. И будет вообще ахты. Молодец. Мыша, конечно, очень мешает тут. Идеально. А здесь пушку напихнем, чтобы было так сложно запрыгнуть. Ребята, пушки начинаются с 5 уровня, я с детства запомнил. У вас уже на 3-1. Да что это? И здесь обязательно разгон надо сделать. И побольше ям за ним. Да, ям побольше. И летающую сыроюгу над ними. Да, обязательно. Еще облачко надо было добавить. Забыли, видимо. Забыли. Ай да твою мать опять. Цвет диверсант, он же походу юзает сардукарскую палитру. В оригинале 4. Да твою мать. Зря прыгнул, Рокки. Если не прыгнул бы, выжил бы. 4, если угодно, варианта только. 4 палитры, то есть харконненская, атрейдская... Так, не забыл? Да я все время забыл. Сардукарская. Большего не дано. Все остальное используют эти же самые палитры. Мы же запихнем сюда, чтобы она так мешала. Чё он кидает там сковородки какие-то? То есть можно, скажем... окрасить того же саботера в харконненский цвет или авардовский цвет, но не как-то в какой-то пятый там. Да твою. 4 только возможных варианта. Иди вы в жопу со своим прыжком, блин. Жесть вообще, полная жесть. На третьем уровне уже такая вот, такая хрень. Причем вообще. Да и... Кошмар. И кривые дунды еще с этими кодами. Бесконечной жизни, блин. Нет, здесь тоже ускорено, да, Липец? Ну, разумеется. Ну, понятно, поэтому оно и жестко все еще. Ай! Рокет, мало того, что они хаки еще сложные, Липецк еще их и разгоняет, чтобы они были посложнее. Ну, разогнали его. Надо вам для интереса дать обычный вариант. Боже мой. Я так и знал, что кто-нибудь заденет. Ну, она, видишь, совершенно рандомная. Совершенные пушки, давайте. Как вот, ты понимаешь, я бы убил вот ту хреновину, которая внизу, но ее нельзя убить, она будет кататься туда-сюда. Здесь все сделано подставное. Ну, я бы ее убил сейчас аккуратненько, попробовал бы к мыши проползти. Угу. Мимо мыши, вот как проползешь ее? Я же вроде маленький был, как она задела? А вот хрен бы знал. А, я так и буду тут падать. О, жесть какая-то, жесть. Блин. Нормально, Рокки. Нет, диверсанты такие же фиолетовые, как и сардукары. Просто используют более светлые цвета. Но из той же самой палитры. Вот в чем прикол. Давай, ну может быть сейчас. Давай, Липец, говори, сейчас ты упадешь, сейчас ты упадешь. Сейчас ты не упадешь и даже собьешь. Сейчас ты не убьешь его. Убьешь пушку и не даже перепрыгнешь, а потом сдохнешь в первой же яме. Во второй! Не угадал!
Не угадал. Я не сдох первый. Ну чё там, ну я не знаю, ну вот, ну, ну как эти места проходить? Не, чё-то, это будет, это будет сейчас долгоиграющая пластинка. Ну да, тут как бы интерес, конечно, пропадает, когда вот такие эти... Эй, похуй здесь, вот эти мейджменты, слишком много врагов, блин, нечестно. Негде встать и как бы подготовиться к этому, к действиям, так сказать. Да. Блин, надеюсь, это случайно такое место сделали. Ну, никак не специально, с пушкой выглядывающей. Ты там хрен перепрыгнешь. Чё ты по ней не ударил? Да причём вот... Сейчас... Ты не умрёшь, ты не умрёшь. Давай, Липис, клангуй. Идеально. Да ну чё тут опять мыша, видишь, спрятаться негде, вообще негде. Спрятаться негде и мышь ещё. Я говорю, давайте я тоже хак сделаю. 50 мышей наставлю на каждый шаг и проходите. Ну. Мыши тоже, по-моему, не... с какого они уровня появляются вообще? Да неважно, вот как только появятся, сразу 50. Или как только вот стреляющие появятся, сразу 50. Во весь экран, пускай стреляют сразу, да и все. Да твою... Задолбал мне этот прыжок уже. Это надо как юзер прыгать. Это все. Делай как юзер, делай как юзер. Вот так вот. Ну и Doom Day тоже, блин, поражает просто. Я сделал, нет, после 27-й жизни обязательно Game Over будет. Ай, твою мать. Нет, это все, это бесполезно. Ты видишь, вот этот грибок, по идее, нужен только для того, чтобы вторую эту мышу пройти. И все, да. Что ты... И нельзя тратить ее на первую. Нельзя на первый тратить, да, я согласен. Нельзя, вот а как? Как нельзя-то? Как ее убить-то, блин? Да слушай, отойди, мать. Ну вот цветок она в это время же. Да и она бы не попала, если бы не цветок, понимаешь? Мне цветок не дал пройти. Давай, Липец, клангуй. Блять. Теперь этот дурак прибил. Ну, как я говорю, это тут вот на везение, и нужно, чтобы повезло, повезло в тысячи мест сразу одновременно. Ну, сбор этих обязательных грибов, которые надо находить, блин. Может, еще где-нибудь гриб есть? А да можно нет, ли да, блин, окрасить ну... Фриман с помощью палитры нет, метамов, вообще... а используя палитры заставок, ментаров и прочей фигни? Так палитра грузится определенная, на ментатов она своя, на заставку она своя, а в игровой ситуации своя палитра. Нас интересует палитра в игровой ситуации. О, посмотри, чё, блин. Все равно задело. Если вы, ну, грубо говоря, измените палитру ментата, то вы и самого ментата перекрасите. Это надолго. А когда у вас будет загрузка уже уровня, то у вас будет и палитра уровня, а никак не ментата. Видите, этот прыжок не сработал, блин, забодал у меня уже. Все, короче, последний раз. Пошел этот уровень, стоп. Я тоже, блин, напихаю, блин, кучу мышей и все, и сражайтесь как хотите, блин. Да? Помни об этом ролике, когда будешь делать следующий хак. На тебе. Вот и чего, и здесь я обязательно сдохну. Ну вот тебе не надо было прыгать, понимаешь? Я когда прохожу, мне надо прыгать, потому что... Да блин, просто... опять он не прыгнул, твою мать, блин. Ты прыгнул просто без разгона. Ты, Рокет, смотри, когда ты проходишь, тебе не надо прыгать, чтобы башка в тебя не попала. Мне надо почему-то. Не понимаю я вот этой логики. Что за хрень с этим хаком, блин? Не понимаю я этой логики. Да чё ты не подпрыгиваешь-то? Ну всё, следующую мышь ты вряд ли пройдёшь. Если там она... Одна, конечно. Вот и я теперь не знаю я, как определить, будет она летать или будет она сидеть там. Димитрол, это надо понимать, как работает Sega и вообще сколько там палитр. В общем, все там занято, ни хрена там ничего нету, ни места, ничего там нету. О чем я и говорю.
Если бы можно было какой-то резерв использовать, давно бы уже это все сделано было. Ладно, Рокки, ночь впереди, Липецк там жует что-то. Ну смотри, что. Невозможно ее, блин. Пришел. Раз из 90-х можно ее там замочить таким образом. Сейчас Шелла не потратить ничего. Сейчас Шелла разрубит. На пальцах, ага. На пальцах. Ну ты вот как по второй падаешь. И все равно я упал. Попробовать уровень грузить. Хотя он не тот загрузит. Ты имеешь в виду с паролем опять не тот загрузит? Ну а что делать? Смотри, че. Не-не, это утопический уровень. Не знаю, надо было его седьмым или восьмым делать. Ну никак не третьим. Вот она летает сейчас. Даже как и Ломакса ничего подобного не было. Ай, нет. Как нельзя. Ну, Павел и Марио бесит меня жесть. Просто. Да, правильно. Шел в бан этот хак. И его автора. Твою мать, ты ударил. Почему он? И все равно, блин, падает. Твою мать. Забодал. Вот и вот. Ну ты кривой вообще. Не знаю, что. Кривожопый, геймплейный этот. Какой, да подпрыгни ты, да подпрыгни ты, кретин, а вообще вот не подпрыгивает, когда надо. Чё шел наблюдать? Графика, блин, прикольная, а толку-то от неё вся надо. Что-то мне Тай пишет, но никто не знает, что. Что-то пишет. Так, ну все. Пора это сменить пластинку, я думаю. Поставь 3-1 попробуй. Нет, 3-2, наверное. Тут какой-то прыгательный движок просто уродский, он не прыгает, когда вот надо. Вот это я только приземлился, мне нужно прыгнуть еще раз. Он ни хрена не прыгает. Ну хера. Он может с турбокнопкой только прыгнет, а так не прыгает вообще. Тоже, то же самое, блин. Вот видишь, надо же подпрыгнуть тут, чтоб мышу, он не прыгает. Не прыгает, никак. И тут то же самое. Надо с больших, походу, прыгать. И даже если допрыгнешь, все равно свалишься куда-то. Ты имеешь в виду не доходить до этого? Не с пушки, печки. А вот с тех. Ну, давай попробуем. Почему не попробовать? Почему не попробовать? Почему не попробовал? Я на турбо нажал, Липецк. Ну вот оно глючное управление. Сохранился. Управление глючное. А тут откуда разбегаться? Я сохранился. Липецк, тут неоткуда разбегаться. Ну вообще, видишь? Да. Неоткуда разбегаться вообще. Вот только с этой пушки сраной. Отлично! Отлично! Давай. Я сохранился! Прыгай! Поздно. Неважно. Давай, все, больше никак хрень не пройдешь. Да что ты вот, смотри, че. Слишком много ничего нечестного понапихали. Так, что она ко мне идет, нет? Ну это уже, конечно, честность зашкаливает. Ой. Ну и хак зашкаливает. А поверху надо, короче, надо ждать, пока нет. И как? Да что ты? Вот так вот как. Мимо них. Ты твою мать, вот специально везде куда прыгаешь, везде. Ой, а чё происходит? А. Везде, куда ты прыгаешь, расставлены эти враги. Враги. Ну все, наверное. Так там грибок. Да что ты? Я не представляю, как это вообще так. Да тоже есть. И гриба нету. Блин, это опять это. Да не случайно такие дебильные кактусы еще. Конец уже, я вижу там. Я вижу конец.
уровень не удался здесь. Уже все. Да скольким будем еще стримить? Ну, у нас сегодня нет лимита. No limit. Тихо-тихо, ожил. Сохрани, Липец. Сохранил. Что ты будешь делать-то? Давай. Ну вот это нечестно вообще. Ну, так тут задумано, вроде. Сочёл сразу 11 часов. Твою мать, ну это вообще как бы. Посмотрим, что будет дальше. Ой, смотри, что, ну что он не прыгает? Да вообще, я не хрена. Переусердствовали с этим уровнем, мать его. Димидрол, а ты сколько еще готов, смотри, часов? 20 часов ты осилишь. Облачко. Облачко. Это шипастые или нет? Или их можно бить? Да-да-да, это шипастые. Блин, ну, мне вот не очевидно, что это шипастые. Они не очень шипастые. Не, уровень не удался предыдущий. Сейчас посмотрим, как этот. Так, отлично, гриф. Что ты будешь делать? Ну это жесть какая-то, блин. Ну вот опять еще одно нечестное место. Ну опять эти дырочки. Дыдочки. Ать. Это голова, это жук, короче. Забыть, а? Тихо. Ты. Ладно. Меня вроде бы не это убило. Тимидрол пишет, мне пофиг, у меня выходной завтра. Правда, у меня уже музыка из Марио в голове играет сама собой. Ай, Рокет. Опять. Ну тут да, вот говнистые места, и внизу еще враг, видишь, сразу, который катается. То есть, если ты на него прыгнешь, то сразу получишь. Прыгнешь, и все, надо от него сразу избавляться. Причем вот... Ой, твою мать. Зажмонали. Ты прыгнул. Чем там держит это облачко дурацкое? Какой-то подгузник. С огоньками. Отлично. Ай-ай, пошел нахер. У Димидрола выходной завтра. Так, музыка, ну, тут, да, музыка надоедает, но по крайней мере она здесь не оригинальная. Я ее все-таки изменил. На музыку из другого хака. Так, каска, да? Да. Матик. Так. Ну и как вам этот уровень на ощупь? Не знаю. Что-то вот опять предательское же место. Да опять вот эти в Липецк. А, с задком. О, вы уже тут баловаться начинаете. Да это я первый раз. Нормально. Ну, один раз, как говорится, не... Да. Первый раз. Ух ты. Давай. Да убей ты его, твою мать, блин. Надо прыгать. Ну, он что-то не убивает, короче. Да иди нахрен. Надо
другой позиции было. Ну вот этот ад весь проходить без стейк, я хрен её знаю. Надо наизусть выучивать всё. Сейчас опять какая-нибудь дырка будет, которая после прыжка. О, горочка. О-о-о. Ну всё. Ура! Ура! О-о-о, добавили. А, это этот, воскресший. Да лети уходи уже, Рокки. Него, да уходи ты от него. Время, Рокки. Ну надо, вот идеально. Да? Ты его мочканул даже в конце. Зачем ты его убил, короче? Помнишь, зависло тут. Нафига. Да это не тот случай, если что, сейвы есть. По крайней мере, я его убил, все, и че это? О, опять это. О, грибы! Кнаклс пишет, давайте стримим чего-нибудь другое после хака. Ты хочешь сказать, не хак стримить? Но это тебе надо куда-нибудь другое место тогда обратиться. Тут только хаки. Не хак? А чё стрим? Фильм какой-нибудь стрим? Он имел в виду после Марио. Так, ну тут чё, не будем сохранять? Ай, куда ты вниз? Ладно, давай, чуся. Еще. Еще раз, давай, еще раз. Я попробую выкрутиться. Тебе надо прыгать сразу. Жесть какая. Шел пишет, а вот уже зависимость от стримов Ромхака. У тебя что ли, Шел? Да блин, твою... Да Шел даже спит и то под стримом Ромхака. Ой, как здесь? По-любому. Нормально. Давай. Ну какие-то, блин, я не знаю. Да не, немножко и вообще какой-то странный. Чё это как-то тут? Сначала сложность зашкаливает, потом она какая-то странная. Гномики какие-то ходячие. Как вот мне туда залететь, чтобы это безмозглый... Наклза была ломка вчера. Тихо. Вообще бы в идеале, конечно, чтобы несколько было стримеров. Так что, пока есть только я, разнообразие какого-то желаемого вряд ли будет в будущем. Давай. Как ему залететь? Ну, понятно, у кого чё болит. Дошёл, да, он. Чё, интересное кино, видимо, посмотрел. Скорее всего. Как залететь? О! Ну это глюк. Глюцк, Липецк. Глюцк. Глюцк. Глюцк, конец. Ну и не первый я такой глюк обнаружил. Тут какой-то глюк, скорее всего, оригинала. Да хорош! Не там надо было. Ты что-то залетел слишком далеко. Да. Да, залетел что-то слишком далеко. Так, вон ты, глюк. Руки опять тут. Опять тут. Да, слишком большие эти территории, которые нужно пройти без... Без ошибок. Иди нафиг, гад. Иди нафиг. Хрен тебе. Иди отсюда. Другая сраю. Графика интересная. Ну, графика другая. Да. Другая. Другая графика. Теперь гриб не гриб, а сыр какой-то. Чечил. Не знаю, кохлан. Кохлан. Да как же идеально, а? Пойду же дивизию. Ну они, видишь, специально расставлены на каждой полке. Чтобы нормальные люди страдали. Угу. Ну, а водные были? Довольно-таки старые поганки. Я не видел водного. Это упущение. На этот раз упал без глюка. Ай! Как идеально. Ой, давай, бери его. Бери эту рожу. У меня нет слов. Твою мать.
Димитрол пишет, я могу стримить, правда, я не знаю, сидит ли это мой ноутбук. Интернет нормальный сидит. А вот так, ноутбук... Понятно, с этим вот. Так. Так если... Это вообще... Знаю, так он... откуда ты знаешь, можешь ли ты стримить, если у тебя ноутбук может не потянуть? Надо это проверять. Нет, он имеет в виду про желание вообще, про, видимо, возможности временные. А если хочешь стримить, то стрим. Не, ну, если есть что, то есть просто так стримить тоже. Нет, это само собой, но здесь речь идет о технических пока моментах. Вот на это я отвечу. Зарегай канал на Кибергейме и пробуй стримить. Если у тебя не будет там дропов, лагов там и так далее, стрим будет плавный и все остальное, то ради бога... Зелест! Вот. Есть возможность, блин, застримить у нас. Я не против. А как? Чё, всё. Где тут полка? О, и пропала платформа. О, полки нет. Ну, понял. Кажется. Одни глюцки. Чё, её приделала, что? Ой. Ещё раз. Блин, это... Грузи ещё раз. Мне этот уровень уже забодал. Ну, блин. Пожалуйста. Да, Рокет, я и... Ну чё он не прыгает? Чмо? Ну вообще, вот я говорю, тут одни глюки, блин. Да, всё, отлично. Димитрол, а ты есть в группе ВКонтакте? Там крыса, Рокет. Мыша. Она упала, бегала, а я не только хотел. Ах ты мышь, поганая мышь. А вон там, наверху. О, и как туда? Ага. И мышь. Давай. Хрен на неё, на эту мышь. А, вопрос. Зря вопрос, я. Вопрос. Какой вопрос? Вот это? Вопрос. Вопросный вопрос? С разбегу туда. Дыб! Еще раз. Он, видимо, вверху. Надо было мне зелест нажать сначала. А потом... Ну давай, а вот здесь ты можешь. В общем, Димитро, найди меня ВКонтакте. Я думаю, там в группе разберешься, кто там есть кто. Ну или может... Если какие-то вопросы, связанные со стримами, будут, отлично, то можешь задать, чем смогу, помогу. Ну и чё тут? Тебе. О, и там мышь сразу, вон, видишь? Короче, продолжаем троллить игрока. Да что ты, ну и у меня вообще не получается. Еще раз. Почему-то прыгать у меня вообще не получается. Чё? Получился. Эй, глюки эти, прыжков этих. Даже перебор. Опять мышь, смотри. Да блин, одни мыши, как будто один и тот же автор делал. Чё-то мне показалось, что нужно туда прыгать. Да елки ты. Можно еще. Ну она сейчас опять вылетит, вот они вылетают. Чё это вообще вылетает? Это помойная хрень какая-то непонятная. Пузырёк, что ли? Это покебол. Да что ты, ну какой он ты инвалид? Ты чё там свернулся? Свернулся, ну. Ну вот, да, вот как сейчас. Ужасный хак вообще. Не знаю, как это говно проходить. Как проходит тот, кто его сложностью, блин, писал. Вот. Вот. Да прыгай ты, хреновина, наверх. Да что-то я поторопился. Ну а тут ты что делать? Да как что, иди вперед, победа ждет. Еще раз. Она ускорилась, ты глянь, он хотел ее ускорить. Тайминг, ох ты. Куда она побежала, корабль? Я не жал вправо вообще. У меня такое ощущение, что кто-то мне помогает там еще
Ничего. Рокет помогает. Кнопки, все болит, шмак. Ничего не помогает. Ты, в конце концов. В конце концов родилась пара близнецов. Почти таз пишем. Чем? Да. Она... Не понимаю я. На тазе и на кружке пишем. Она, по-моему, быстрее крутится. Я не могу прыгнуть туда, почему-то он не прыгает. Странно, блин. О, о, давай. Сохраняйся. Когда не еще надо раз. Сильно прыгает, когда надо слабо, ну и... Да ужасный, блин. Да как это? Не то, что нам нужно, так скажем. Иди нафиг. Да. Хрум-хрум-хрум, моряк лопай. Он для любителей, наверное, Марио, как я не это? Знаю. Не который то, любит, что нам... который о, любит. Это что за хрень? Прыжки через весь экран. Марио не здесь. Хрум-хрум. Там хрум-хрум был написано. Идеально вообще. Вот это прям вот потрясающий день. Потрясающий день. Так, подожди, это стандартный или что? Нет. Непонятно. Да, нестандартный. Ну, опять, зачем вы такие дырки-то делаете? Делайте их больше и глубже, я не знаю. Чтобы с грохотом падали. И насмерть вообще. У нас там с музыкой вообще. Давай, да. Твой. Эй, блин, я тоже хотел. А чё, там нету вообще, да? Что ли? Да фиг знает, я только три разбил. Я последний. Так, вторую и четвертую давайте. Ага, ну понятно, где он. Скрывался. Пьяный дракон. Что ты будешь делать, блин? Твою мать! Я не могу, блин, я... Тут, знаешь, надо жизни добавлять. Касание. Хотя от прыжков все равно не поможет. Ну, я же нажимал зелест. Оооо, ну это вообще... Давай это в было... яму, в яму! Давай. Не увидели, повторить. Так, сейчас повторим, если надоест. Зелест. Ага. Так, давай, срабатывай, твою мать. Ну, не знаю. Ты чё, кто там? Еще кто-то будет стримить что-то? Не понял. Не знаем мы ничего, Рокет. Ну, как и нормальный график, но такой дурацкий геймплей, это вообще просто. Хардкорный просто. О, все, отлично, давай прыгай. Ага. Да, давай. Блин, она видишь сзади специально. Давай, прыгай. Там еще цветочек. Чтобы про кооператив разговоры начинать, надо сначала одному. Не, все, опять это дурацкие ямы. Одному выяснить, потянет ли у тебя система для стрима. Вариантов может быть несколько. Может быть, потянет система. Но она у тебя может не потянуть сетевую игру. Тоже надо... О, смотри, как нечестно все. То есть пока пробуй сам себя стримить. Ну все, молодец, отлично. Я, пожалуй, это запишу. Да чё ты не пригнулся-то? Я жал еще вниз. Раз. Ну это нечестно вообще. А, еще раз. Вот теперь почему тогда не пригнулся? Я жал вниз. То есть то же самое я Думды говорил. Сначала ну, один пострим. Какой-то опыт набили. Как решили задавить, уже... короче, ямами? С этими дурацкими ямами. Пошел нафиг. Все, пошел. О, господи. Кнаклс вас хвалит. За что? За то, что вы сохраняетесь. Потому что, блин, эти уровни, это как-то... Ну да, если мы будем играть просто в лоб, то мы ничего не покажем, наверное. Где-то мы это уже видели. Сохранение лечат, но это что-то хрень какая-то. Ребята, ребята. Все, вы... эта хрень пошла. В
Вы как бы... У вас фантазия к 4.2 заканчивается, что ли, я не понимаю? Вообще. Ну, нет, у него часто такие эти... Ой, блин, я что-то рано. Ну, ладно. Ну, тут только сохранение. Нет, тут это вообще, это, блин, просто фантазия. Ребята, у вас какой-то, не знаю, мозг не развит, если у вас к 4.2... Не развит вообще. Фантазия... Или отсутствует. Не работает ни хрена. Ладно, я там врагов понапихал, ну, чтобы я такие ямы делал здоровые. Вы чё, опухлишься? Вашу мать. Это вообще... Я думал, оно поближе. Всё. Ну, хрена себе. Ай, блин, ну я... Совсем. Ну, я цветочка испугался. А, ну-ка, оперейти в него. В трубу. Какую? В эту, у которой цветочек был? Тихо. Гад. Умри. Нет, не заходит он. Вот, не, дерьмо вообще. Вообще дерьмо. В общем, Тимитрол, пробуй пока один постримить, а там видно будет. Ну тут пиксель, вот да, вот тут сохранись. Тут пиксельный прыжок. Да жесть вообще. И как... Ну пиксельный. Вообще дерьмо. А можно наверху, вон там ракета летит. И надо от ракеты еще, да? О, ну все. Тут ребята явно перестарались. Ну вот, это бред сохранись. Вообще. Сохранись! Mario Frustration, блин. Я не сохранился. Плохо сыграно. А, плохо точнее, сыграно. Плохой геймдизайн для этого, для сыграния. Ты играй, попал. Ой-ой-ой, там это... Митру залетает. Атуза. Арвона. Ой-ой-ой. Зелест. Медуза черестенная. Вы видели такой? Да, медуз? Она через стену. Тип, тип медуз такой. А как у них? Медузы черестенные. Еще раз. Отлично. Да что ты, блин, ну это вообще тут придумали, блин. Хацкеры. Дурацкие. Ну это, конечно, вот... Хацкеры дурацкие. Все в меру надо делать. Ну хардкор, да, как бы... Ну как не за счет же я, ребят. Не знаю, он... Ну это машин, я на машине езжу, что ли? Да Марио или машина, какого хрена он такой уродский? Ну почему ты не ударил медузу-то? Это медуза дурацкая. Короче, надо как с жизнями сделать. Если ты касаешься, то ты не просто исчезаешь, конечно, а наоборот вырастаешь. Да-да, вон, да-да-да. И пошли они. Пипец просто. Ну решили сделать хацкий уровень, ага, для хардкорщиков. Один уровень такой не повредит. А ты считаешь, что Knuckles это один только такой уровень будет? Детальный, угу. Мне кажется, динамика такая, что фантазии к 4.2 уже все. Да что ты, исчерпывается. Кретин, вот он так ужасно прыгает, я не знаю вообще, что делать, а. Прыгает и кретин влево. Как можно фанатом быть так неприк, когда я не понимаю, как управление вообще дурацкое. Время! Ой, время еще кончится, блин, пока я тут примеряюсь. Не, ну графика понятно. Хорошая, блин, ну все остальное это вообще. Плохо, что ром-хакеры обычно, я говорю, делают все для... Да что ты будешь, для этих, как сказать, хардкорные. Ну да. То есть про для обычных смертных почти не делают. Да, для казуалов, как это говорят. Только для фанатов той игры, которую... О, делают. Нет, идите вы в жопу, опять это все. Ну, сделать сложность, это не так... Не так сложно. А сделать нормальный, сбалансированный уровень... Это труднее. Да. Короче, это опять эти ямы дурацкие. Опять меня сходишь. Кнаклс пишет, что ямы небольшие, так что пойдет. Ага, небольшие. Так и уровень начала только. Так юзер посчитал, что он как в СМД на SNES тоже будет непроницаем для врагов.
Не, ну СНЕС там не доработали немного. Да. 7 капли. Я там тоже смотрел, кстати. Я даже. Ой, блин, а я даже не знаю, о чем вы. Ах ты гриб, ну, какой. Ты с Думдейм, который хак стрелял. Руки, я не могу. Блин. Ну я с таким, ну как можно, если этот чмо прыгает не в ту сторону? Я не понимаю, как можно так играть. Всё, всё, тебе взяли гриб. Жизнь удалась. Ох, говнохацкеры, блин, какие. Класс. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу Ромхак. А если хотите помучиться, приглашаем. Он при прыжке. Да, хотите, помучитесь с нами. Да. Помучитесь с нами. Еще раз. Добро пожаловать. Добро пожаловать в ад. Че за тролльский вопрос вообще? Эй! Милый огонь. О! Новая графика, как Тай бы сказал. Новая графика. Новая графика. И мышь. Кончить. Как даже мышь, я думаю, вот сейчас. И время. Хрум-хрум. Отлично! А там можно же вылезти этим. Вылезти можно же этим прыжком. Может, ой, нет. Создатели явно отсутствуют напрочь чувства. Причем. Такое ощущение, что, говорю, из-под палки что-то какие-то места тут делались. В основном из-под палки. Да и что у меня одна жизнь, а конец у меня, блин. Постоянно это будет музыка. Коньки. Ух ты, ух ты. Вообще нормальный. Ну сразу, она прям на тебя. Эти мыши, конечно. Они читерные. Такие сразу. Мыши. Вот, просто... тоже. Молодец. Да. Еще одна. Я попробовал. Не последняя. Я попробовал оттуда выпрыгнуть, но у меня что-то. Я не знаю. Это тут уже. Для 8 уровня. Канакл взялся на тяп-ляп. Я говорю, сложный уровень сделать несложно, а вот сбалансированный. Попробуйте. Да. Не с первого раза получится. Ах ты, блин. Ну вот, блин, вторую. Ну это видишь, сколько нужно совпадений таких, чтобы оно это. О боже. Рокет, может, ты попробуй? Ну давай, тогда следующий я буду мучить. Ужасно вообще, ужасно все. Все, они не пропали. Идеально. Ты глянь, она не отстает. Опа! Сейв, сейв, сейв! Все, все, все сделано. Да кончись же ты наконец-то, твою мать! Ты глянь, он на монеты залазит! Ты жесть, как он не кончается! Все. Ну, наконец-то кончается! Богатая что-то. Фантазия! Буквально жесть, как и 8-2. Чисто за бред выскочил. Опять я. Рокет у нас любит затаскивать. Дворцы! Давай, все, теперь я. Пускай он и затаскивает. Это все, это будет сейчас опять тот же бред. Кстати, вот эту удлиненную платформу, по-моему, я сделал. Случайно. Ты вот эту? Да, по-моему, да. Я баловался. Рокет, лучше не делай. Так. Понятно. Тут все глюкавые. Этими ямами дурацкими. Еще выше труба нужна, еще выше. Еще выше. Выше. Так. Кнакл, да, баланс сложный. Интересно. Баланс сложный. Так, ну, не знаю. Да, это искусство, но на это надо время больше затратить, а не все готовы это время тратить. Да, твою мать. Ну и плюс еще нужны тестеры. Ну и чё тут? Такое ощущение, что это замок. Ну конечно замок, а чё жить? А что это? Так. Жмакай зелест. Так, здесь ничего нет? Не, ну я не знаю даже. Какую из этих юзать?
Ну, нахрена вот это сделано? Он это предвидел. Ух ты. Ты иди. Отлетало свое. Ой-ой-ой. И чё? О, беги, Рокки, беги. О, твою мать. Беги, Рокки. Гриб похихирил. И чё, он с цикл, по-моему, пошёл? То есть надо было выбирать правильно, да? Фиг знает, или нет? По-моему, ни хрена, нет. Ну, чё-то новенькое. О. Смотри, чё. Тут рыбы, медузы, как. Это чё за? Всё, всё, медуза. Тут... Всё жманает. Дайте мне гриб взять. Это капитально. Всё вокруг готово тебя убить, Рокки. Выебать, блин. Делайте уж сразу кирпичные стены. Дотронулся до стены, умер. Дотронулся до трубы, умер. На землю наступил, умер. Прыгнул, умер. Ну да. Вот как сейчас. Будешь делать. Кто этот геймплей предпроектировал? Ну, медузы, ну, летающие медузы. Ты не убиваешься, медузы, твою мать. Слушай, они, по-моему, и так не убиваются, чтобы на них прыгать. А как же? Они же в воде, по идее. А там только стрелять можно. А я как-то убивал же. Рокки, ты возьми гриб и все, забей ты на эту медузу. Ну да, забей. Чё ты пристал к ней? Молодец. Так, половина дела сделана. Давай, убейся ты. Ну, конечно. Видишь, я говорю, я же убивал ее, потому что... Убивается. Сейф. И зелест. Сразу похерил. Ага. О, ну это, блин, вообще... Ну тут надо сразу пропрыгивать, Рокки. Я так думаю. Иди в жопу. Твою мать! Такая хрень. Какая-то жесть вообще. Поверху! Поверху! Да пипец какой-то! Что-то музыка быстрее, а это уже прыгали в этом месте. Ух, ну тут, блин, на простой фигне, блин, тут так идеально прошел. Сохранился, ладно. Давай, юзер, ты теперь. А чё, ты чё случилось? Ты сохранился не там, где надо. Ну это все походу, это весь уровень цикличный. Ну ты имеешь в виду, его нельзя пройти, что ли? Нет. Чё, да какой он цикличный, ни хрена он не цикличный. Не успел. Твою мать! Твою мать! Блин. Ты прикинь, что они меня это зажманают сейчас. Так, ха-ха. Почти. Ну нафига! Нафига! Смотри, чё. Нафига такой хак сделали, вашу мать? Вот, Рокки, учись! Как не надо делать хаки. И графика вроде здесь хорошая. А толку никакого. И драконы прорисованы, и спрайты. И при желании музыка тоже хорошая. Но уровни... Ну уровни вообще полная... Полный беспредел. Так, а там... Его можно бить? Можно. Оказывается, да. А тут гриб как брать? Ах, хрен бы знал. И времени, вообще времени не хватает. Дизайнеров и тестеров как таковых у этого уровня не было. А, хакер тут, походу, я говорю, вообще. Курил это самое. Курил дрова. Ага. Давай, прыгай. Все, идем дальше. Эй, забей. Да, чё она не того, роли влепит. Ох! Ох, не прыгает он, не прыгает он, не прыгает это говняное управление. О, нифига себе, как ты. Не задело. Не прыгает, и говорит, ты так не задел, идеально. Хакер... Не знаю я,
как... Там я не буду сохраняться. Боюсь, Курил опять потолок. Сохранюсь на яме. Кошмар. Какой кошмар. Не, да что автор... ты не... У автора крокодил был хороший. Физика, блин, я не знаю, что делать с физикой. О, мыша наверх запрыгнул, видали? Физика просто зашкаливает. Ну чё ты не прыгаешь, а хрень? Я там не буду, а если чё там, там опасно сохраняться. Ну так-то, в принципе... Блин, что ты будешь делать? Кошмар. Да что ты вот опять не прыгнула? Я нажал. Прыгнул. Давай вот это, юзер, вот эта большая пропадет, уродина. Да, вот. И ты туда иди. Наклз отмечает, что интересно, вот это кооператив. Один играет, один сохраняет. Если устают, то меняются ролями. Ну, я не знаю, что делать. Че он не прыгает? Я, блин, неудачно тут сохранился. Вашу мать. Все испортил. Так, ага. Вот. Конец-то. Хрень тупая. Отлично. А, да тут этот Зелес, чё я с ним копошит, тут не буду ясно. Да. Молодец, юзер затащил дракона! С помощью сотни своих... Майот, here don't me. Да, Кнаклз, мы могём. Это пятый только. Уже кто-то слетел. Космос летел. Так, что-то трупы. Похож на 8-2. На 8-2. Стандартный, значит. Отлично. Он вроде быстрее летает, когда, как сказать, когда подпрыгиваешь. Я рассчитывал, что он за это время переместится, а он вообще не отреагировал. Мне кажется, тут поменяли как-то врагу. Тебя опять Липецк, опять к тебе пристают, наверное, по поводу хоккея. Ну как стрим закончу, так освобожусь, наверное. Кто? А, это Кимбис. Короче, стандартный уровень. Да. И ничего не изменено, да? Зелес, Рокет. Ну только график. И ничем не изменено. Походу. Ну только он не 5-1. Ну это 8-2, 8-3. Не, 8-2. Так. Вот это самое такое место. Да. Дерьмовое. Но оно зато проходится. Так, дай-ка я посмотрю, тут не изменили ничего. Понятно, все. Ты можешь прыжок нажать, в принципе, это... Не надо нам. Не, просто показал, что здесь и ямы тоже вот эти дерьмово сделаны. Ну если кончится да? Через 8 часов, значит через 8 часов. Я же сказал, когда кончится стрим? А что такое? А иди нахрен. Твою мать, ага, спасибо. Ну все. Стандарт. Тут неинтересно. Или 5.2 поди тоже будет. Да? Да хрен. Да. Стандарт. Ну ты чё? Твою мать. Ну давай. Пробуй. И стандартный замок пойди. Который уже был. Вот здесь это грипп будет. Попробуем там, нет? Я не понимаю, о чем ты говоришь, Рокки. Ну, я говорю четко. Я не знаю, где там. Там это понятие, я не знаю, там в иллюминатор, да, вот земля. Здесь, смотри, вот, в этих. Где эти мыши прыгают. Вот, единственное сложное место в оригинале это здесь. Блин, он был понят. Мне кажется, это не единственное сложное место. Да, единственное, вот сложное, не сложнючее место. А? Это последнее. А, он бьет эти, а я думал, они это. Да-да-да, каменные. Нет, они, конечно, он их бьет. Они каменные, но он их бьет.
А если ты вырастешь, то ты их вообще убьешь. Вырасти и давай по ним. Ну чё ты? Какой-то читерский способ. Ну да. Да что ты, не вполне. Угу. Под него. Да не. Ну ладно. Стандарт просто неинтересный проходить. Поэтому вы его и не можете пройти. Ну а как можно убить мышу, вооруженную, я не знаю, вооруженный человек против... Надо гриб и цветок искать. Сейчас побежит на тебя. Молодцы. Да и смотри, чё. Ну это оригинальный. Началось. Оригинальный бред. Ну блин. Это всё оригинальное, да? Да, это все, да, все оригинально. Только графика отсюда. Это бомбы. Это типа бомбы. Гранаты. Ну может и гранаты, Кнаклс. Так, по-моему, замок. Нет. А. Затворки. Ух ты, у меня чуть не зажимало. Нет. Или было? Я не в курсе вообще. Не было. О, дырочки. Это что-то, видать, изуродовали. Да, что-то изуродовали. А-а-а, понятно, какой уровень изуродовали. 3-1 изуродовали. Что-то да, между 3-1 и 8-3. Ох, идеально. Юзер маги вот иногда. Да идеально. Всё, почти фанат уже. Вон там, вы слышите? Тоже застрял. Слышите, как ты это что-то... Я не куриваю, что происходит. Да, это 3-1, походу. Чё это вообще? Там где-то цветок или грибок. Шмонай там. Да. С графикой замка. Охренеть. Вот. Такое возможно только на ромхаке. Всё. Здесь чё-нибудь. Здесь я надеюсь, здесь... И замок тоже изуродован. Он вмурован в стену. Да, просто. Вообще. Упс. 5-4. Ну, тоже это стандарт. Рокет любит. Нет, поверху иди. Помнишь? Не очень. А, все правильно прошел. Так, теперь... Вниз спускайся. Самый? А, все. Тут легко. Это неинтересно, смотри, сейчас стандартный этот будет, да, которого нет. Даже Боузера не было. Ага, чё за бред? Ты куда пошёл? Остановись. Да, это что, такой эпик, что ли? Да, это такой вот эпик. Липецк, играйте в хаки. Вот так вот. Больше они... глюков, лучше хаки. Вот наш новый лозунг. Больше хак. Юзер не может остановиться, так его и тянет вперед. Жесть. Ну, думаю, мы на такой... И чё, она не будет грузиться следующей? Да она вряд ли, нет. Она то есть, это типа заставки. Но у нас есть заставка. Выбор уровня. Соник, бежишь же в конце, вот, а тут Боузер бежит. Давай, в конце. Давай, Рокет, давай 5-5 тогда. 5-5 давай, пробуем. Надо же. Ну так... Давай, блин, давай, о, 5-5. Его нету? А его нету? Ну и что, все равно. А как я тебя выберу-то? Ну, это что-то между 5-6 и 5-4. Так, может быть 6-1? Ну попробуй. Давай сейчас. Сейчас заново все сделается. 6-1, походу. Ну и что тут? О, такого не было. Стандартный. Да, 8-1. Идеально. Ну, извините. Стандартный. В общем, очередной недоделанный хак. Угу. Ну, только графика и немножко уровня, да? Фон интересен. Ну чё, синий фон.
Интересный фон, но, блин, все остальное не доделано. А если 7.1, то что будет? Хрень какая-нибудь, наверное, вылезет. Ну давайте, че. А хочешь резетой? Ой, 7.1. А он похожий. Да, похож на... Подожди. А, мы уже играли в него. Да, он что-то похожий. Ну нет, монеток-то не было. Не, монеток не было таких. И врагов тоже это полностью нет. Новый хак. Похож да, на 4.1, на 4.1. Это новое Лутай. Слово в ром-хаке, Липси. Да. Оригинальный хак Бутай. 4.1, короче, уровень. 4.1. Вот этот вот, да? Да. Только кремлевская стена еще. Ой, появился. Все-таки появился. Ай. Может, залезешь? Не там надо. Следующую, следующую. Залезает. Молодец. Да, блин. Я ему поддался. Не, ну если он стандартный, чего вы его? Зачем вы его? Или нестандартный все? Нет, ну кремлевская стена это апгрейд. И монетки тоже. Как Бутай. Тут нет ничего, да, Рокет? Я забыл уже. Не, там ничего. Где-то есть что-то. Это 4.1 на самом деле. Там облако одно всего лишь. Да ну что это ты? Вот за игра, в которой не... Ну что это? Вот представь, вот как вот в это играть можно вообще, я не знаю. Еще фанаты есть в этом. Пускай вот играют фанаты и Doomday. А мы в это играть не будем. А чё, я не... А вот... Ага, там, там растения. Растения. Там, да, невидимые растения были. Которые невидимые. Боже мой. Куда, да? Угу. Ну всё, беги здесь, нет ни хрена. Изи. Да беги, нет тут ничего. Ладно же, я чуть не умер. Хрум-хрум. Решил. Молодец. Решил всё-таки слиться. Как для ленивых, блин. Опять, ты по кругу пошел, что ли? Да, я по кругу. По кругу прям. Сбейся ты, твою мать. Ай, твою мать. Даже не допрыгнул. А ну, поставь я... 8.1, попробуй. Это я специально сделал, потому что уже... Конечно, специально. Это показательное выступление. И что мы увидим? И мы увидим это. Вот! Наконец-то водный уровень. А было же. Где? Был? Был разве? Нет, был глючный был. Короче. Был. Это глючный уровень был. Поймал. Музыка какая. Давай, юзерс. Храни меня, храни. Юзер Рокета храни. Да я уже играл в этот. Это был 2.1 как-то. Так нет, это изменённый, 2, модифицированный 2. Вариант. Но скажу вам, что он тоже глючный. Юзер, меня храни. Ну вот нафига. Потому что он мне надоел. Ай, о. Вот его же не было, правильно? Хм. Ну, то есть это другой уровень уже получается. Типа недоделанный, да? Переделанный. И крабик там еще. Да. Понятно все. Понятно все с этим уровнем. Че, бесконечный будет, что ли? Конечно. Наверное. Не, бесконечный. Может 8.4 попробовать? Окей, да твою мать. Вот сколько жопы-то у вас теперь. Да.
Профессиональный Марио извращенцы. О! Этого не было! Дама. И... Чё за хрень? Он похож на 7-4. Беги, Рокет, беги. Нет, а за... Так нет, всё-таки что-то тут есть. Ага. А-а-а! Есть! Потому что в предыдущих моментах хаки были в момент с трубы, и чё? Выкидывал обратно уровень с трубы. Все? Ребята, это все. Беги, Рокет, беги. Да, эпик. Нет. Беги. Куда ты? Куда ты? Вот он решил таким макаром. Чё, время ждать? Я загрузился. Да тут ничего не будет, это все, он цикличный опять. А попробуй поверху идти. А как? А вот прыгнешь и в это время залез. Не, не получается. А в прыжке, наверное, нельзя. Не. Да, замуровали, гады. Ну что-то он, да, бесконечный какой-то. Бесконечно. Ну, в общем, понятно все. Так, что еще? Да все, а, наверное, все. Наверное, все. Угу. Все, вы меня переполнили этими Мариоми. Я что-то перехотел их видеть до конца уже моих дней. Следующая у нас неделя будет неделя Соника. То есть вы ходите и с Соником то же самое делаете, да? Ну так надо же вытравливать из себя потихонечку все. Потом спросят потом, да, какие ты игры любишь? Я их все ненавижу. Играйте в хаки. И чем больше глюков, тем более качественный хак. Более того, делайте хаки. Делайте хаки, побольше дырок, поглубже их, пожалуйста. И побольше врагов. В основном черепах, если их нет, то обязательно меняйте на мышей. Тайминг побольше, тайминг. Да, побольше. Побольше рандома, чтобы там пули везде летали. Конечно. Как же без пуль? И играйте без читов, обязательно, с тремя жизнями. И без сейф-стейтов, естественно. И без сейф-стейтов. Надеюсь, вам было интересно. Напомню, проходили Rocket User. Всем счастливо. Всем пока. Следующий стрим возможен завтра, ближайший. Следите за объявлениями в группе ВКонтакте RomHack.